Все, нападаем, нападаем. Защита, в защиту, в защиту. Быстрее. Убили одного все-таки, да, моего? Ладно, мы сейчас сделаем еще побольше лучников наших, сколько мы можем. О, бежит, смотри, с мечом уже, а меч, смотри, с алмазами. Все, быстренько мы его убили. Ха. Всем привет, ребята! Ну что ж, продолжаем играть. Значит, Stick War Legacy. Значит, улучшаем сразу же мы нашу большую статую. Улучшим лучников и вот этого монстра улучшим. Все готово. Отлично. Так, начинаем. У нас 500 денег всего лишь, но рабочих, в принципе, много. Сразу берем наших лучников, создаем. А, вон что, понятно, смотри, что происходит. А происходит вот что. Нам нужно золото с этими ребятами. Ух ты, смотри, он сразу этого мечника высунул. Так, быстро всем назад. Ой, одного мы потеряли. Ах ты, гад, смотри, что он творит, а? Гаденыш. Все, поехали, собираем. И мне нужно еще одного лучника. Это тоже, смотри, лучника выслал. Смотри, вот гад, а? Так, давайте назад. Не-не-не, все-все вперед работаем. Сейчас мы лучника еще одного создадим, ничего страшного. Давай мечника одного. Двоих даже. Нам надо его убить, этого гада. Есть. А, готов. Он второго лучника выпускает, смотри. Ой, мечника. Ничего страшного. Сейчас мы будем потихонечку своих создавать воинов. Ага, так, нету денег пока. Ладно, давай рабочего одного создадим. Так, где у нас работники? Вот, идут, хорошо. Смотри, ох, нифига, он этого копейника выслал. Хорошо, мы еще тоже одного копейника или даже вот пару лучников. Смотри, копейник идет, да, гад? Так, а ну-ка давай, мы будем немножко. А, видишь, я не то делаю, я зарабатываю деньги, да? Так, ладно, хорошо. А где у меня работники? Работников убивает он. Ах ты, гад, что же делать? Вот у меня еще один бежит копейник, сейчас он будет с ним сражаться. Да, тяжело, он монстра, смотри, выслал своего. Ой-ой-ой-ой, все домой прячемся, прячемся срочно. Что же мне делать? Денег у меня мало, давай лучников создаем, вот, троих. Сейчас мы этих ребят убьем быстренько. Да, не очень хорошо, конечно, у нас дела. Дела у нас плохи. Сколько у нас там? Ох, нифига он, сколько лучников, смотри, создал, офигеть просто. Все, давайте выходим сейчас. Выходим работать. Потому что нам нужны деньги. Он опять, смотри, лучника выслал своего. Ё-моё, что ж делать-то? Давайте, ребята. Так, лучников у меня сейчас достаточно. Один копейщик идет. Давай, 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 давай. Победи его. Молодец. А, давай убивать их работников тогда. Смотри, они убегают. Ага, все. Так, на защиту идем. Ух ты, все-таки попали меня, да? Ладно. Ох ты, смотри, у них двое стрелков. Вот, лучники убегают. Хорошо. О, ну все, нашего убили. Ах, как жаль. Как жалко, как жалко. Давайте на защиту встанем. Давайте побольше. Сколько у нас тут работников? Работников мало, надо будет работников создавать. И, конечно же, наших лучников. Так, они отбегают. Ладно, мы идем на защиту. А смотри, что они творят. Они то убегают, то это попал в меня все-таки, да, гад. Ладно, давай работников создадим. И еще. А, нет, у нас не хватает. Да, они убивают моих работников, гады. Я сейчас ваших работников буду убивать тогда. Смотри, что они творят, а. Все, на защиту. На защиту. Давай работников создадим, четверых еще. То, что они моих работников убили. Да, что творится? Сейчас, подожди, подожди. Вот, поняли, получайте стрелы мои. Вот, так, все на защиту, на защиту. Что у нас тут получится? Ну, давай одного. Вот, двоих мы сейчас тогда. Лучно стрелов создадим. Так, ребята работают, да? Все, ребята работают хорошо. Вот, смотри, бегут уже, да? Бежит. Сейчас мы тебя убьем. Молодец. Давай этого работника. Все. Убили мы работника. Хорошо. На защиту.
Выпустил свои стрелы. Ага, смотри. У меня рабочие умирают. Что у нас здесь? Опять бежит с мечом, гад, а? Подожди сейчас. Секундочку, секундочку, подожди. Все, нападаем, нападаем. Защита, в защиту, в защиту. Быстрее. Убили одного все-таки, да, моего? Ладно, мы сейчас сделаем еще побольше лучников наших, сколько мы можем. О, бежит, смотри, с мечом уже. А меч, смотри, с алмазами. Все, быстренько мы его убили. Хорошо. Давай немножечко уничтожим. Так, на защиту. Бегом, бегом на защиту. Все, на защиту. Мне не нужно стоять под огнем шквалистым. Все, давай еще создадим. Хорошо. Бежит еще один, да? Челдобрек. Хочет атаковать. Ничего, подожди. Подожди. Все, мы тебя сразу же убиваем. И ждем. Ждем, ждем, ждем. О, все, быстренько уходим, уходим. Выставил он своего лучника. Так, работников, давай создадим еще 5 работников. Пускай работают. Нам нужно очень много денег, поэтому мы еще даже вот так вот сделаем. Вообще максимальное количество. Все. И этому врагу не будем давать время. Ух ты, нифига, смотри, он стоит. Мы сейчас этот немножечко... Убегаем, убегаем, убегаем. Немножечко мы подпортили ему статую. Ну, тут один всего лишь, но все равно сейчас мы, наши работники заработают побольше денег. Так, это опять, значит, сейчас стрелы полетят, да? Ага, летят стрелы, это плохо, это очень плохо. Что у нас? Монстра мы сейчас создадим и попробуем монстра. Все, мы сейчас сделаем монстрика, ребята. Все, с монстром он, конечно, у нас, ребятушки будут лучше защищаться. Но это нужно время для этого, конечно. Все. Они, в принципе, деньги не зарабатывают. Потому что работников у них нет. Мы будем уничтожать их статую. Ох ты, нифига, смотри, сколько лучнострелов вышло у них, а. Так, все, отходим, отходим, отходим. Да. Надо прям большого. Сейчас я тогда лучников еще сделаю, восстановлю. Ух ты, нифига, смотри, откуда у них столько много этих ребят выбежало? Откуда у них деньги, а? Давайте их попробуем сейчас уничтожить. Частично хотя бы. Вот, хорошо, так и отходим. Да, они-то тоже развиваются и неплохо, в принципе. Опять, смотри, опять войско вышло. Сколько человек? У них 5 человек. Ну, ничего, сейчас. Сейчас станет меньше. О, нормально, нормально. Вообще хорошо. Давай еще одного монстра. И лучников. Вот, они выбегают, хотят немножечко заработать денежек. Ну ничего страшного, сейчас наша армия пойдет. Давай быстрее. Вот, хорошо, убили. Теперь надо их работников убить. Есть. Все нормально. 2 работников мы убили. О, один вышел, смотри. Нормально, мы сейчас завоюем его. Статую. Давайте, ребята, все выходим. Выходим и стреляем. Попробуем уничтожить. Вот, хорошо, хорошо, все. Есть, есть. Победили, победили. Победа. Так, алмазики. Это хорошо. 20 алмазиков нам дали. Что ж, отправляемся в следующий раунд. Суперсхватка. Вы получаете золото каждую минуту. Мгновенное строительство. А, давай сразу этого улучшим. Вот так хорошо. Статую улучшим. Лучников улучшим. Значит, вот этих ребят улучшим. И нашу статую. И, конечно же, давай здесь, чтобы эти собирали тоже хорошо. И, конечно, вот этого яромечника улучшим. Все. Поехали, готово. Так, защита у нас небольшая. Так, сразу монстра создаем. Работников. И лучников давай побольше. Все, выходим на защиту. Что у нас здесь? А бежит чувак. Бежит чувак, но мы его сейчас уничтожим быстро. Есть, готово. И еще раз убиваем его. О, он своего выступил. Смотри. Своего создал. Но сейчас будет бойня.
Давайте, ребята, нападаем, нападаем. Ох, нифига, смотри, сколько, какая у него большая армия вышла. А работников у него нет. Он решил нападать. Давай тогда. Есть, уничтожили, уничтожили одного монстра. И идем воевать с этими ребятушками. Что у нас здесь? Так, сейчас. О, опять дали денег. Давай монстров сразу двоих. И лучников. Все, поехали. О, сейчас будет битва. Сейчас будет битва, ребята. Давай, воюй. Завоюй мне их статую. Уничтожь их. Давай, 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 давай. Моего сейчас убьют, смотри. Давай, сейчас я буду помогать тебе. Вот. Больше, лучше сила. Так, все, мой упал. Ничего страшного. Сейчас создадим еще своих ребятушек. И будем потихонечку уничтожать. Так, что у нас? У нас есть еще и работники есть, да? Нормально, хорошо. Лучники у нас идут. Лучников много. И у нас вот этих огромных чуваков тоже много. Сейчас я буду помогать. Давай. Вот, хорошо. Все, мы сейчас уничтожим. Уничтожим вот цитадель. Все нормально, мы выиграли. Да, тут надо быстро. Быстро принимать решение. Хорошо. Продолжить. Ну что ж, последний раунд. А, нет, все. В смысле последний раунд? Мы выиграли, ребята. Победа. Здорово. И у нас, смотри, 700 этих самых алмазиков. 700 алмазиков. Что мы можем купить? На них интересно самоцветы. А, знаешь, что я хотел улучшить? Я хотел улучшить... Так, подожди, турнир. Понятно. А где мне главное меню? Я хотел улучшить своих ребят. Классики, наверное. Так, старый. Нет, это все не то. Ладно. Основа управления. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.